Старт переписи населения дан достаточно неплохо. Видны результаты, видна заинтересованность граждан в этом вопросе. Люди голосуют весьма активно. Те участки, которые за нами закреплены, ежедневно посещают порядка 20-30 человек на каждом. И на каждом участке проводится работа волонтеров с гражданами по вопросам их регистрации в проекте «Сельская перепись населения 2021 года». Очень важно, что граждане принимают участие в сельской переписи населения, потому что в дальнейшем это кардинально улучшит качество жизни и условия для жизни россиян как на территории Камчатского края, так и на территории России в целом.